магазин игрушек. Мы идем Машеньке покупать туфельки. Маша, у тебя кошелек такой, ты прямо сама будешь себе покупать. Пошли. Такая погода у нас сегодня, 24 декабря, канун. Мэри Крисмас! Да, и Дед Мороз уже улетел. Нет, он еще прилетит. Ты что? Наоборот, он еще не прилетел, Маша. С тобой где туфельки? Смотри. Ба-бам! Зеркальце. Зеркальце, да. Пошли. Кто там? Здесь отдел одежды, и здесь, скорее всего, будут туфельки принцессы. Здесь босоножки для принцесс, и нам надо туфельки. Пойдем посмотрим. Ой, смотри, какие тапочки смешные. Тапочки, это малыши. Смешные такие, новогодние. Это малыши. Да, для малышей, для малышиков. Так, идем смотрим, здесь кроссовки для деток. Кедики, смотри, какие смешные кедики. Микки. Микки. Она говорит. Забавная. Помнишь, мы были в этом магазине, вы с этим паровозиком играли? Как его зовут? Томас. Паровозик Томас. Паровозик Томас. Хочу паровозика Томаса. Вот, видишь, вот он продается. Он стоит $200. Паровозик Томас. Папа, паровозика Томаса нету, что же. Машеньки. Эйса. Ну, открывай сильней. Не открывается, что ли? Залезай. Залезай, садись. Это когда нажимаешь, открываешь? Да, садись. Посмотрим, как тебе желтый цвет идет. Мне кажется, желтый Феррари тебе замечательно. Садись, садись. Может, нажмем его дома? Домой? Ну, ты сядь, посмотрим. Давай посмотрим, подойдет она тебе. Я хочу посмотреть, как тебе этот цвет. Давай, кошелек подержу. Я хочу Эльзу. Садись. Эльз. А, вот в такой джип. Маша сейчас поменяла Феррари на джип. Залезай так, перепрыгивай. Ты же гимнастка. Нравится? Да, это Павлик здесь... тебя будет катать, да? А теперь ту желтую померим, давай. Садись в желтую. Он тебе желтая хорошо идет. Да, Маша. Я хотела свинку Пеппу, которая они там живут. Домики, да? Здесь домики у них такие. Вот смотри, внизу, вот здесь вот. Прям да. Такие на деревьях домики, где они строят. Да, я хотела, которые с домик, что же они там жили. Кто там? Подойди к ним. Ближе, ближе. Погладь. Погладь, он, по-моему, живой. Мурлыкает? Смотри, какие принцессы. Я хотела. Сейчас идем к отделу, где Санта должен приехать потом и для Павлика кое-что взять. Да, машину, у нас и трак. Он так обратится,
Да, надо, он же Санту просил, Санта потом сюда приедет и принесет ему, да? Может, за крутую машину Паша взять? Так это Монстр Трак, это же, он же хочет Монстр Трак. А ты что заказывала у Деда Мороза? Самокат. Розовый. Покажи туфельки. Ну, прям принцессовские. Принцесса. Наборы юных блогеров. Да, такие вот наборчики продаются для юных блогеров. Микрофончики, триподы, селфи-палочки. Смотри, это братья Карла, маленькие братики, маленькие дрончики. Да, маленькие дрончики. Покажи свои туфельки. Мы взяли туфли, собственно говоря, визит в этот магазин был именно за туфлями, и мы едем сейчас снимать видео. Сегодня мы снимем 4 Маша. Видео. Машу. Машенька, я тебя вот очень люблю. Написано. Она так старалась, когда учила песенку вместе с мамой. Молодцы. Но мы на этом не остановимся. Ту песню, которую она споет перед Новым годом, в канун Нового года, на Рождество она споет другую песню, которую мы пока будем учить потихонечку, потому что это сложная песня. Возможно, я буду участвовать вместе с Машенькой в этой песенке. Все, мы с вами в этом видео прощаемся. Да, и не забудьте поставить нам лайк. Спасибо, Маша. У меня, кстати, теперь новая соведущая. По выходным мы будем вместе с Машенькой ездить по магазинам и, собственно говоря, снимать вместе с Машей. Тебе нравится моя идея? Она за любую идею, где участвует папа. Пока!